Все верят в Бога. С вами разговаривать опасно. Молодое поколение. Без мата слова сказать не могут. Не, дедушка, ты что? Я тебе ни одного мата не сказал. Ну хорошо, хорошо. Что-то вы можете не знать, но то, что вы умрете, вы это знаете? То, что я умру? А кто вас этому научил? Вы же еще не умирали. Почему вы уверены, что умрете? Почему я уже умирал? Я воскрес. Нет, не умирал. Кто умер, тот не воскрес. Да? А да, бывает клиническая, называется... Клиническая смерть. Клиническая, временная остановка сердца. Это еще не настоящая смерть. Вот когда вы, если умрете и не будете дышать хотя бы 3 дня, тогда уже умер. Я говорю серьезно. Вот, вот он, Иисус. Я тебе покажу Иисуса, но только никому не говори, что ты его видел. Так, осторожно, ребята. Вы после Нового года-то, наверное, еще не протрезвились. Я серьезные вопросы вам буду задавать, а вы мне задавайте. Вас интересует будущее, понимание жизни? У меня самые большие ресурсы в интернете. И вы можете их получить даром, если зайдете по скайпу ко мне. Да? Да, по скайпу. Нет скайпа, нет. А его установить скайп за 5 минут можно. И вы зарядите я два... Я 3 месяца жду, какой скайп? Ты что, тут чат-рулетку за деньги покупаю, ебаный, вот, на 10 минут. Ну хорошо, дают. Вот я уже не раз, что с вами встретился.